В производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления Управления МВД России по городу Волгограду находятся 4 уголовных дела, возбужденных по фактам разбойных нападений на территории города Волгограда. В ходе предварительного следствия было установлено, что 2 фигурантов преступной группы с угрозой применения оружия заходили в продуктовые либо в ювелирные магазины и под угрозой этого оружия забирали выручку, а также личное имущество граждан, работающих в данных организациях. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен один фигурант преступной группы, который является 21-летним жителем Московской области. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников преступной группы.